Меня несколько удивляет, что некоторые политические круги в Армении ожидают какой-то поддержки со стороны Запада. Я имею в виду реальной поддержки. Не политической поддержки, а не дипломатической, а реальной поддержки. Подобная поддержка может прийти только со стороны России. А то, что касается Англии и западных стран, я еще раз хочу повторить. Они будут разыгрывать армянскую карту против России. Россия тоже будет играть свою роль, Россия тоже будет играть свою игру. Здесь тоже иллюзий никаких не должно быть. Но многовековые связи все-таки Армении и России, они дают нам основания полагать, что мы можем здесь добиться определенного позитивного результаты для Армении как независимого государства. Потому что если этого не произойдет, мне кажется, уже тогда встанет вопрос о независимости самой Армении.